Очередное утро. Мы отправляемся на поиски нашего рыбацкого счастья. Сегодня это водоем Самарский. Через неделю здесь пройдут соревнования. А сегодня мы тренируемся. Набор собран. Претендент на да. количество орудий зашкаливает. Чилийская флейта отдыхает. Черная смерть, Катюша, все это отдыхает. Далеко не отходя от парковки, проверяем ближние горизонты. Здесь место не очень хитрое. Мы его даже холодно сбросить. Но разведданные сказали, что вчера здесь колбасили спортивного окуня. Что-то еще темновато. Ну, судя по погоде, сегодня должна быть окуневая тема. Мороз и солнце. Глубины-то вообще нет. Чует мое сердце. Тренировка будет упорной и сложной, и малорыбной. На таких водоемах, как правило, победный вес 2-3 килограмма максимум играет. И окунь будет очень скромного размера. Максимум 10 сантиметров. Да. Бонусы будут сильно решать. Я думаю, нужно двигаться дальше. Ну что, как поиск? Ну, рановато пока еще. Так, с одной стороны, пока нет поклевок. Ну, вон уже солнце окрасило горизонт. Осталось, наверное, полчасика, и оно выглянет. Ждем. Ждем пока. А балансиры разрешены? Да, разрешены. Те же самые условия. Минимум тело должно быть 2,5 сантиметра. Эта палатка всю зиму здесь стоит. То есть это вообще дежурная? Да. А местный человечек ставит ее, как первый лед встает. И до конца зимы, до последнего льда она здесь. Ну, смотри. Есть. А вот и первый рыб. О! Человек автоматом отсоединяется. Да. Вот такой вот красавчик. Ну, с почином у нас. Ну, вы сегодня не собираете рыбу отпускать? С одной стороны, отпустишь в эту же лунку, он может распугать стайку? Ну, может распугать, конечно. Ну, первая рыба, как бы, особенно мелкая, всегда отпускается. Задача немножко сегодня у нас у сокоманника просили привезти на уху. Ага. Так что рыбку частично будем в любом случае забирать. Да и надо посмотреть, какой максимальный вес можно там приблизительно набрать за время тура. Ну, 9 сейчас нет, поэтому ну, эту рыбу можно пока отпускать. Не клюет в рот, а чуть-чуть. Вот главный инспектор сегодня. Он где-то там проплывает. Поднимается. Смотри, окунь за блесной. Сейчас. Все. Добыча. Вот так мелкими перебежечками добрались до середины водоема вдоль берега. Идет активный поиск. Конечно, не факт. Я знаю по вере, когда включаешь камеру, ага, рыба сразу, она боится. Стесняется. Стесняется, да. Но я отойду немножко с камерой. Чтобы рыба не знала, что ее снимают. Вон он поднялся. Давай, друг. Вот он. Вот он, монстр. Вот ради таких моментов мы ходим на спортивную блесну. Вон его, смотри сколько, смотри быстрее. Покажи кадр.
просто пришла стая окуня, мы сейчас его поколбасим. Ну вот, видишь? Значит, не зря же я говорю, будет клевать. Значит, это все... Все правда? Значит, это у меня не шайтан машина. А, видел? Ага. Профуфукал я. О, вот это разнос вообще. В заглот самое что главное. Ну все, начался выход крупного окуня. Ну или это такой секторочек, потому что с самого края, вот в этом горизонте, шли неплохие поклевки. С лунки там одна-две рыбы было, а здесь он прям рыболовный рай. Рыбацкое счастье. Вот, дошли до другого берега водоема. Разбуриваем лунки. Сейчас найдем свое рыбацкое счастье. Ну, мы, конечно, на тренировке. Нам любая рыба важна и радостна. А так, конечно, хочется поймать что-нибудь покрупнее. Пока там стоит, сейчас мы... Серия! Главное его поднять поближе ко льду, чтобы меньше тащить. Ай-яй-яй-яй. Скоростная ловля. Вот это у нас пошла раздача. Мягко говоря, это мясо. Просто не рыбалка, а замес. Игра-то вообще не игра. Поднимаешь, начинает клевать. Видимо, ну, интересуется из зоны пока. Комфорта, да, выходит. Чтобы они поднялись за блесной, чтобы понагляднее было. Пацаны, ну вы чё? Как камера начинает их снимать? Это уже из зоны датчика выйдет блесну. Да. Попробуй, подними его сейчас. Если он будет кушать, вот свалил. Значит, скорее всего, ему не очень сильно. Ну, сейчас подними и подергай. Он сейчас должен у тебя подойти к лунке. Давай, еще поднимай. Просто поиграй, наверное. Ну, он, блядь, свалил. Что-то ему не понравилось. Вот здесь живет настоящий рыболов. Мостки для летней рыбалки. И вот тебе стационарная установочная палатка на всю зиму. Приходи, прикармливай, лови. Вот, взял вот так один раз, заправил. Заправлять умею. Все, вот так взял. Ага. И сделал вот такую петлю. Как на джиге. Раз, я все. Угу. Туда его завязал. Но самый главный момент в блесне. Лизнуть? 2-3 раза. Всего лишь. Делаешь больше, леску жжет. Прям вот чуть-чуть. Один там, ну прям чуть-чуть. Понял? Да. Прям всего пару оборотиков. Много сделаешь, будет жечь. И лизнуть. Лизнуть обязательно надо. Ну, лизнуть это... Не клюнет. Это дело идет из другого, на самом деле, процесса. Вот поэтому мы окуня здесь и подлавливаем. Вот это вот веснянка называется. Она живет вот на такой вот травке. Окуни ее с удовольствием поедают. Но букашку мы отпустим, а окуней будем ловить. И тут у Макса поперло. Вот. Вот красавец. Гребешочек стоит. Глаза злющие. То, что его поймали. Ну смотри, на нем паразитов нету. Прям чистый водоем. Ну да, водоем чистенький. Ну вот, время тренировки окончено в соответствии с регламентом соревнований. С 9 до 2 тур. Сегодня мы вот потренировались. В это время удалось найти рыбу, зацепиться за нее, половить. После обеда вот солнышко вышло, появились бонусы. Так что через недельку посмотрим, как команда выступит на официальных соревнованиях. А наша программа на этом прощается с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!